Вітаю! З вами Ігор Пох та програма «Пох Фактум». Мій сьогоднішній гість – відомий миколаївський бізнесмен і волонтер Аркадий Дабагян. Вітаю! Здравствуйте! Состояние украинской экономики с точки зрения устойчивого бизнеса. Что можно сказать о развитии николаевского бизнеса, в принципе бизнеса, каких-то трендов и направлений на сегодняшний день? Я просто хочу начать с такого глобально общей украинской темы, для того, чтобы потом немножко, спуститься уже в наш регион Николаев. Пожалуйста. Собственно, сам по себе бизнес – это, скажем, на мой взгляд, возможность поведения в той экономической среде, которая существует в стране. За годы независимости, теперь уже можно сказать, что достаточно долгие годы, да, потому что для бизнеса 26 лет – это достаточно большой период времени, на территории Украины сформировались и укрепились определенные, скажем, бизнес-группы, бизнес-направления, которые стали свойственны для нашей страны. Да? Прежде всего, конечно же, они основывались на той ресурсной базе, том экономическом и производственном наследии, которое получило государство от Советского Союза. И на базе этого сформировались первые такие ростки украинского бизнеса. Сейчас, конечно, многое оказалось нежизнеспособным, многое оказалось неконкурентным, исчезло, на его смену пришли новые какие-то направления. Но в целом я могу сказать, что, безусловно, бизнес развивается, безусловно, экономика страны и не только вследствие приватизации, но и вследствие активизации частного бизнеса все более и более формируется частными инвесторами, частным капиталом. А как вы считаете, разговоры, устойчивые разговоры, уже которые проходят долгие годы, о абсолютной и полной приватизации государственных предприятий, продаже, скажем, да? Или приватизации, они имеют место быть в наших реалиях, потому что когда говорят, что государство неэффективный собственник, когда говорят, что бизнес, он подвижный, он живой, он понимает, куда нужно и куда не нужно двигаться и так далее, на фоне этого все-таки есть достаточно большое количество примеров зарубежных, да, мы же все-таки европейский вектор, у нас все шире и все дальше. Тем не менее, есть ряд стран, где достаточно большое количество государственных предприятий, которые вполне прилично управляются государственными менеджерами. И на этом фоне, я так понимаю, что у многих людей возникает некий диссонанс, в сознании, да, когда нам говорят, мы в Европу идем, но нужно все продать, для того, чтобы у нас было так, как в Европе. Люди, которые немножко читают, пытаются понять вообще, что происходит, они могут привести эти примеры скандинавских стран, и не только скандинавских, где большое количество государственных предприятий. Что вы на это скажете? Вы знаете, сама по себе украинская приватизация, на мой взгляд, ее важно разделить на два этапа. Первый этап – это тогда, когда, скажем, этим термином использовали и пользовались для того, чтобы перераспределить внутри социума блага. Да? То есть, проще говоря, их просто украли. Их просто украли у населения, разыграв уже довольно немало описанную в литературе технологию ваучерной приватизации, практически дав возможность закрепить право за достаточно крупными государственными активами за достаточно небольшим количеством людей. Эта часть уже прошла, и, наверное, возвращаться к ней нет смысла. И дальнейшие приватизации, которые проходят, на мой взгляд, имеют проблему в том, что, по сути, решают ту же проблему, может быть, немного более изощренными способами. Вы знаете, однозначно, государство не может быть эффективным собственником на 100% в абсолютно, скажем, бизнес-структурах. Например, если мы говорим о облэнерго, которые активно распродаются по всей Украине, то назвать этого естественного монополиста уж прямо в полном смысле этого слова бизнес-структурой, наверное, нельзя, потому что как минимум ему дана в руки монополия. Поэтому, скажем, если мы говорим о процессе приватизации вот этих объектов, для меня они странные. Я понимаю, что это разновидность по-прежнему передать активы в руки небольшого количества людей, а коррумпированные чиновники радостно это делают. Если же мы говорим о действительно серьезно работающих бизнес-структурах, то я могу вам сказать, да, безусловно, партнерство между частным бизнесом и государством в этом смысле должно быть как минимум потому, что частный бизнес, он существенно более чувствителен к изменению внешней среды, конкурентоспособным каким-то элементам, и поэтому он может более четко, скажем, настроить работу предприятия. Вы знаете, ну вот когда-то на заре предпринимательской деятельности, это были 90-е годы, тогда экономическую теорию мы постигали отчасти из каких-то источников, которые были нам доступны в основном, безусловно, зарубежных авторов, отчасти пытались что-то понять сами, отчасти слушали умных людей. В то время один достаточно успешный тогда бизнесмен сказал мне фразу, которая, вот откровенно говоря, наверное, в наилучшей форме характеризует ситуацию с так называемой бизнес-сферой. Он сказал мне: деньги любят счет и тишину. Вот эти вот два основных месседжа, мне кажется, являются основой для формирования инвестиционной привлекательности региона. Если мы говорим сегодня конкретно о Николаеве, я могу сказать, безусловно, регион очень интересный. И, конечно же, как фигурально выражаясь товар, он должен быть прорекламирован. Та реклама, которая должна даваться, она должна быть совершенно адресной. Да, мы понимаем, да, что если мы хотим привлечь инвестора, то мы должны говорить определенными месседжами. А для этого понимать, какого именно инвестора мы ждем, какие конкретно направления нам, как территориальной общине, было бы интересно развивать, понимая, что мы имеем определенные активы, да, которые бы мы хотели развивать, и определенные трудовые ресурсы. Совершенно твердо могу вам сказать, в данном случае реклама будет двигать этот бизнес без каких-то ограничений. Этой рекламы явно недостаточно. Я не могу сказать, что то информационное поле, которое сегодня у Николаеве существует, оно с точки зрения бизнеса, к сожалению большому, далеко ушло от таких клише, как Николаев – город кораблестроения. Мы уже давно не город кораблестроения. Вот сейчас появляется новый месседж: Николаев – это город развитой портовой инфраструктуры, город логистический хаб. Хотя, скажу откровенно, вот далее простых месседжей дело пока не идет, да, потому что такое логистический хаб и почему это именно Николаев, пока объяснить мы не можем. Ну, не можем, потому что дорог у нас с вами нет, аэропорт мы уже несколько лет придаем из рук в руки и не можем понять, кто и сколько в нем украл. И поэтому как бы сложно объяснить, что такое хаб без дорог, аэропорта, да, у нас есть река, ну, в общем, вот, наверное... Даже две. Даже две, совершенно верно. И благодаря николаевским инвесторам, в том числе, они потихонечку развивают свою судоходность. Поэтому, если как бы все это свести к каким-то месседжам, я могу сказать: а, реклама нужна и обязательно, б, эта реклама должна быть адресной, а для этого тот, кто ее дает, должен изучить и внутренний ресурс, и потенциальный интерес внешнего инвестора. И, наконец, самое главное. Надо понимать, что в этом вопросе у городской власти, областной власти должна быть относительно среднесрочная политика. Потому что без нее, я боюсь, что говорить о привлечении инвестора просто невозможно. И до тех пор, пока она не появится, пока она будет не оглашена и не станет предметом обсуждения на бизнес-форумах, и украинских, и зарубежных, и на этих форумах не станут появляться. Вот очень важно, чтобы не просто политики появлялись, да, а появлялись люди, которые говорят с бизнесом на бизнес-языке. До этого времени говорить о серьезном развитии регионального бизнеса, наверное, не придется. Ну вот я хочу задать вам, возможно, для вас несколько провокационный вопрос, а возможно и нет. Вот смотрите, вы занимаетесь, как, насколько мне известно, сельскохозяйственным бизнесом, да? Да. То есть вы в этом бизнесе дока, ну, скажем так. Там, опять же, по моим сведениям, не менее 20 лет вы занимаетесь вот именно этим направлением. То есть сельскохозяйственное производство – это все-таки несколько иной бизнес, чем, допустим, промышленное производство, безусловно. В то же время все чаще звучат такие, ну, как бы месседжи достаточно серьезные о том, что и Николаевская область, и Украина в целом должна быть, ну, в качестве бизнес, вот, глобальной бизнес-структуры, аграрной страной. Именно вот основная масса бизнеса должна быть аграрным. Тогда Украина сможет вот выйти из сегодняшнего там сложного экономического положения, а дальше будет видно. И вот я хочу просто вашего мнения о том, вот для вас, в принципе, важнее, какое развитие бизнеса, в частности, в Николаеве и Николаевской области, сельскохозяйственного, то есть аграрного бизнеса, либо, может быть, паритет с какой-то промышленной составляющей, либо все-таки, чтобы промышленность сюда хоть какая-то зашла, хоть какое-то производство более-менее серьезное. Ну, не будем говорить там о строительстве барж и Заря Машпроект, это наше все, да? Какой-то еще бизнес. Вот, пожалуйста. Вот. Вы знаете, ну, прежде всего нужно понимать, что в любом случае государство, если мы говорим о некой государственной позиции, которую, ну, наверное, мне как бизнесмену, может быть, не стоит отстаивать, но и забывать о ней тоже нельзя. Безусловно, заинтересовано в том, чтобы развивался, прежде всего, средний и малый бизнес. Основная причина тому достаточно проста. Этот бизнес объединяет достаточно большое количество людей и позволяет государству, ну, относительно спокойно ощущать себя в части касающейся социальных потрясений. У аграрного бизнеса есть хороший потенциал по двум основным причинам. Ну, прежде всего, мы находимся на очень плодородных землях. Я говорю о нашей стране. Во-вторых, так или иначе, мы самая крупная страна Европы, и в этом смысле у нас есть абсолютно все возможности формировать достаточно массивные по объему позиции на сельскохозяйственном рынке. И, наконец, еще очень важный месседж. В этом производстве может быть задействовано большое количество людей. Это означает, что достаточно большой процент населения Украины занят в сферах, непосредственно связанных с производством, с транспортировкой, переработкой этой сельхозпродукции, и это, конечно, прекрасно. Да? Это существенно, наверное, интереснее для государства, чем некий, пусть весьма наукоемкий завод, на котором стоят роботы и их обслуживают два человека. Нет, они замечательно, они платят налоги, эти бизнесмены, все замечательно, но с точки зрения занятости людей, вот региональные или даже государственные программы в этом смысле, для государства это не очень интересно. Хотя, конечно, говорить о том, что давайте оставим наукоемкие технологии, забудем о роботизации и все вместе начнем возделывать руками землю, тоже, как вы понимаете, нельзя. Поэтому с этой точки зрения у аграрного бизнеса есть серьезные перспективы. Однако надо себе совершенно четко отдавать отчет в том, что сам по себе аграрный бизнес, он будет развиваться только тогда, когда будет идти интенсификация самого аграрного производства. Сегодня она и дает такой толчок развитию бизнеса. Украина с каждым годом все более и более формирует свои позиции на международном рынке и увеличивает объемы своего производства, а следовательно и экспорта, исключительно потому, что мы используем технологии, а не потому, что мы захватываем земли. Да? Мы просто на тех же землях используем другие технологии производства и поэтому получаем больший урожай. Очевидно, этот путь, ну, прежде всего, конечно, он не бесконечен. Понятно, что рано или поздно мы выработаем просто биологические возможности нашей Земли. Но очень важно понимать, 100% этих технологий, ну, окей, 99, да, это импортные технологии. То есть, по сути, на сегодняшний день все, что работает интенсивно на украинской земле, это импортные машины, механизмы, оборудование, технологии. Замена их на подобного рода аналоги украинские, ну, безусловно, вызов для украинских промышленников. Насколько они способны его принять, ну, сейчас я это комментировать пока не могу. Я совершенно твердо могу сказать, что государство тогда развивается равномерно, когда одна отрасль вытягивает и дает определенный толчок другой. Безусловно, на мой взгляд, аграрная отрасль может быть локомотивом. На сегодня локомотивом. Сказать, что она может или должна стать единственной, однозначно нет. Окей. Проблема с кадрами. Как ее решить в обозримом будущем? Может ли увеличившаяся трудовая миграция и, собственно, эмиграция или иммиграция усугубить проблему кадров? Понятно, что она на сегодняшний день действительно усугубляется вот, отъездом людей массовым и так далее. Как бы к этому мы ни относились, люди, которые здесь живут, работают и как бы либо не имеют возможности, либо не имеют желания уезжать, все равно эта проблема существует и дальше продолжает развиваться. Вот Пожалуйста, ваш взгляд. Вы знаете, ну, у меня по этому поводу есть не только взгляд, но и опыт, потому что действительно группа компаний, которую я в свое время учредил и имею удовольствие руководить, с этим сталкивается постоянно. С другой стороны, свой профессиональный путь я начал не с бизнеса, а с преподавания в университете экономической теории. И поэтому могу сказать вот что. Прежде всего, да, безусловно, ситуация с кадрами это одна из наиболее сложных вызовов, которые сегодня существуют для украинского бизнеса и украинской экономики. И причин тому две. Прежде всего, конечно же, это трудовая эмиграция. Да, безусловно, она будет. Но, на мой взгляд, не менее важным является и уровень, и качество того образования, которое сегодня дается в Украине. С тех пор, как высшие учебные заведения, средние учебные заведения стали частными, у украинских граждан появился выбор. Выбор учиться, где, каким специальностям и знаниям получать их, какие специальные знания получать, решают уже они. Уровень, качество этого образования, ну, в общем-то говоря, определяется той политикой, которую для себя представляет то или иное учебное заведение. На мой взгляд, на сегодняшний день львиной долей уровень, который, вот такую планку, которую взяли для себя эти учебные заведения, ну, скажем так, она резко занижена и имеет своей целью увеличение процента людей, которые до этой планки могут дотянуться. Не могу сказать, что эта планка сегодня отвечает реалиям украинского бизнеса. Поэтому, как человек, который в свое время эту планку держал еще в государственном учебном заведении, а сегодня является работодателем, твердо могу сказать, она недостаточна, и мы доучиваем персонал у себя. То есть то, что, наверное, должна была бы делать система образования, делает сегодня бизнес. Но могу сказать, это не жалобы. Я считаю, что бизнес просто обязан вкладывать не просто какие-то добрые пожелания и эмоции, но совершенно конкретные инвестиции в трудовые ресурсы. Давно пора привыкнуть к тому, что нужно оплачивать не только месторождение песка или камня, да, которые, может быть, будут разработаны и будут формировать перспективу развития производства какого-нибудь строительного комбината на ближайшие 20 лет, но и задаваться вопросами, кто будет на этом комбинате работать. Давайте будем откровенны. У нас не было принято вообще об этом говорить. То есть, в принципе, есть система народного образования, она, как обычно, в неоплатном долгу перед народным хозяйством. Вот общая система, общая технология, которой пользовались в советское время, и та, что, к сожалению, перекочевала в современный бизнес. Этот вызов существует, эта проблема совершенно однозначно станет краеугольной, если бизнес не придет в систему образования с конкретными месседжами, конкретными запросами и, да, конкретными деньгами. Ну вот смотрите, я совершенно с вами согласен, но опять же, по мнению очень многих аналитиков и экспертов, у нас практически утеряно вот то профтехобразование, которое было поругаемо в советское время, да, когда детей пугали, вот будешь плохо учиться в школе, пойдешь в ПТУ. То есть ПТУ это была некой ссылкой для ну, совсем уже маргинальных хулиганствующих элементов из школы. Да? А на самом-то деле, вот мы только сейчас поняли, что оказывается без этих вот ну, простеньких как бы ПТУ да, никуда, потому что там обучали людей рабочих специальностей, сварщиков, там, судосборщиков, ну, неважно, разных людей, да, и вот когда кинулись, в принципе, и а их нет практически. И когда говорят, а вот давайте подумаем, если вдруг, предположим, в Николаеве возродится судостроение, ну хоть частично, да, а где брать людей? Где эти молодые кадры? Да? У нас в городе существует единственное, опять же, ранее уже немножко упоминаемое предприятие «Заря Машпроект» государственное, которое имеет в своем замкнутом цикле учебное заведение, вот то самое ПТУ, без, скажем так, обучения в котором ни один молодой человек не сможет попасть на работу на этот завод. И это абсолютно правильная система. То есть они обучают для себя людей. Но не каждое предприятие может, там 12,5 тысяч людей работает, оно достаточно доходное предприятие, государственное, то есть имеет возможность. А что делать частным предприятиям, небольшим? Ведь, как вы чуть ранее сказали, малый и средний бизнес. Он должен вывести страну все-таки в какое-то немножко другое экономическое положение. Что им делать? Где им искать кадры? Вы знаете, вот в этой связи, на мой взгляд, существуют два принципиально возможных пути развития событий. Прежде всего, конечно же, у малого и среднего бизнеса действительно физически нет возможности сегодня, пока на этапе его становления и первоначального развития, вкладывать серьезные деньги в образование. Их просто нет, физически нет. Но месседжи, которые очень важны для системы образования, этот бизнес просто обязан давать. Да, можно мне сказать, а куда эти месседжи давать? Но не выходить же мне на улицу, не кричать, мне очень нужны сварщики, я уже просто устал их искать, и мне уже надоело менять одних, ничего не имеющих людей на других. Согласен. Если говорить о том, насколько сегодня высшие, средние или даже начальные учебные заведения интересуются точкой малого и среднего бизнеса, точкой зрения, наверное, скажем, интересуются пока весьма вяло. Но тогда-то пойдемте мы, в конце концов, мы бизнес, мы активная часть населения, пойдемте мы с этими месседжами, давайте мы будем обращаться в деканаты, если мы говорим о высших учебных заведениях, в какие-то, я не знаю, к руководству, к администрации, да, заведений среднего и невысокого уровня, для того, чтобы рассказать о том, кто нам нужен и с какими месседжами. Это первое. Второе. Вы знаете, я скажу вам откровенно. Вот я сегодня, работая, постоянно и много работая с вузами, как раз в связи с необходимостью подбора и формирования кадрового резерва в группе компаний, я столкнулся вот с чем. Редкий студент сегодня третьего курса уже где-нибудь не работает. Это означает, что его активная жизненная позиция и активная жизненная позиция потенциальных работодателей уже к третьему году обучения позволила найти друг друга. Редкий студент не работает. Они оформляют какое-то свободное посещение, я не являюсь, может быть, большим сторонником этого, но это уже частность. Смысл заключается в том, что люди ищут друг друга, работник и работодатель. Надо просто занимать более активную позицию. Просто более активно выходить на контакт и связь с этими учебными заведениями. Ведь в конце концов рейтинг этого заведения во многом определяется тем, насколько трудоустроены его студенты после окончания учебы. Совершенно с вами согласен. И на этой позитивной, я так думаю, ноте мы заканчиваем нашу программу. Я дякую за участь в программе Аркадия Дабагяна. Прощаюсь с вами. С вами был Игорь Пох. До встречи.